Всем здорово, с вами Бэшик. У нас получился весьма продуктивный вайб, поэтому данное приключение будет разделено на две части. То есть будет первая часть и будет сиквел. Грубо говоря, в первой части подъем, постепенно начало самых низов. Во второй части это уже возмездие, месть, ненависть и тому подобные вещи. По такому поводу я могу сказать, подписывайтесь на паблик, он появится в подсказке справа, но нет, он не появится в подсказке справа, поэтому смотрите в описании под видео, а также можете просто с ролика переписать, зайти, подписаться, там всякие новости, мемасики проскакивают, такие качественно сделанные. И конечно же добавляйтесь в друзья ВКонтакте, я принимаю всех, ссылки там же в описании, я думаю, найдете. Лайки не прошу, за меня их попросит вот это вот чудовищное создание. Нет, не это, вот это. Однако берег, дом, маяк, лес, сухое дерево. Где вообще заспавнился? Джанкьярд рядышком. Это интересно, конечно. Тут красивое дерево, красивая местность. Но нам нужна халява, нам нужен какой-нибудь разбитый дом, чтобы заселиться. Ну или на крайняк хотя бы что-нибудь выдолбить в этом разбитом доме и забрать себе. Ты бежишь с луком? Ага. Так ты собрался стенку или потолок ломать? Потолок хочу сетовать. Стенку я сейчас даже только сейчас заметил. Подсаживай. Нормально, тебе я отдам их сейчас все. А, это металлическая дверь. Тебе надо лошадь найти. Да, нам надо лошадь найти. Садить тебя дальше. А дальше я чем-нибудь выдолблю. Короче, челик какой-то спал, Лёва, лук, 4К камня, 3К дерева, 270 тканей, труба, 27 ВК плавлю. Ну такой, типа, бегал, лутал. Слушай, мы можем сейчас кибитку построить с этого добра. Я еще, короче, бегу, смотрю, чел лежит. Думаю, надо запись включить. Я нашел стенку, которую можно выдолбить прямо в дом к челику. Правда, райончик такой себе. А у него уже МВК есть, сразу видно, куда долбить. Я бы с радостью выдолбил бы, будь у меня что-то типа ножика. Я вижу у него плавилки. Вейбер, тут домик, кстати, наклевывается, очень интересный. Но местность рядом не очень спокойно, но можно стенку выдолбить. Ну тут двери, несколько входов у него. Может, там и лута-то нет? Капец, да... Вы что, рейдить рядом с моим домом начали? Я хочу дом этот рейдить, вы что делаете? Это что за приколы? Тут соседский дом рейдит, типы. С чего? С чего с ЕОК? Называется, нашел дом для рейда, а рядом уже что-то рейдят. Ну что за жизнь? Учитывая, что я на зажимах потренил все, даже арбалет, и хуже всего был арбалет. Арбалет? Тут бегает. Вон он бегает, типчик, я вижу его. Хит. Уронил. Уронил его. Каменная стеночка. О, идет сюда, слышал. Красиво. Что, нормально этими вилами выдалбливать? Они как-то за удар побольше лучше на копье берут. Шкаф. Да? Или? Ну можно как-то пролезть, подожди. Подожди. Прыгай. Давай. Пробуй. Скорее всего, ты не пролезешь тогда. Удобно долбить стенки автоатакой. Кому интересны такие бинды, сверху, справа появится подсказочка на видео, как все это сделать. Штука удобная, постоянно пользуюсь на протяжении всего времени аквили эти бинды. Чтобы отменить, потом просто тап нажимаем, вот так, и допустим атаку. И снова можно активировать бинд будет. Все, красиво, удобно, приятно. Братишка, прыгай. Что там по луту? Ну, на дверь. Мы сможем поставить дверь. А так. А, слушай, ножик у одного был, кайф. О, слушай, ну тут... Не, тут солидно. О, слушай, турель. Не, нормально, достаточно. Очень нормально. Мин сейчас поставлю у хаты где-нибудь. Я перепрыгивал камень, к слову. Я пяткой зацепил, извини. Пятка как бы, ну, виновата во всем. Пятка, понимаешь? Перед деревом. Это там ничего так перед деревом. Ну что, дерево? Давно мы с тобой не общались, давай купим. На полную просто. Мы плавилок столько натырили с разрушенного дома, что теперь нам надо просто плавить.
А чё стреляешь? Лопух, ё-моё, я пустой. Трусишка, ё-моё. Чё ты убегаешь сразу? Вот чё стреляешь в бича? Бэшечка, бэшечка. Апочки, да? Здоровочки. Так а шо, я шо, знал? Смотри, ты 40 генис, я как будто бежу. Ой, 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 пацаны. Есть чё, зажимай по нему. Зажимай по лысому. Что там? Бэшечка, беги. Нормально ты Томик отжимаешь. Это было красиво, но... Да, походу там что-то дорейдили и пошел домой он, короче. Она из треугольников? И битка 2 на 2. МП5 стреляет, а в спине у меня... По нему берданка жмет. Я не пойму, кто. Блин, по мне тоже жмут, зараза. Короче, типчики из дома жмут по другому типчику. У меня надо его. Вижу. Уронил его. Лечу домой. У меня МП5 есть. Нормально в тайминг попал. С одной твоей зажигательной стрелы. Вот она. Вот она. Ух. Будешь сам с ней бегать, конечно же. Я не хочу. Да ё-моё. Ну вот. Ты взорвал. Да, тут серный камень просто был такой приятный. Я такой думаю, сейчас сформлю серный камень. И снова на твою мину. Сформил. Минус 2 мины, в принципе. Нет бы кто-то попался на них. Ну еще 5 мин и 3 капкана, давай. На этом моменте мы прибежали на хороший такой антирейд, и это послужило хорошим пополнением наших запасов. Убил. Забирай быстрее, я помогу. Томик забрал. По мне, я умер. Попробуй слутать, да. И улететь, забей. Улетел. Плюс. Плюс чайный Томик просто, плюс чайный Томик. Кто-то справа, возможно, был, не точно. Меня увидел. Хитку дал? Ну, мне больно. Мне тоже больно. Убил. Мне кажется, вот он еще один. Хитку дал, 31. Там, на меня сагрился. На камне там. Меня убил арбалет. Лутает. На мне прям, убегает. Блин, где он тебе? Выбер, подожди, где ты был-то? Я думал, ты бежишь рядом. Он чего летит, забей. Слышь? Выбер, он у стенки бежит, рядом с тобой. Голову дал. Пока я его рисаю, вы можете найти IP сервера в описании. Пайпа есть. Кто-то бежит. Отвлеки его. Гранату кидает меня. Есть пайпа для тебя. Шотнул ему. Но этого мало, конечно. Вейбер, быстренько туда под дом забери этого типа. Короче, они не добахали. Тут такой проход из гаражек, и спереди гандрапы стоят, там ящик. Он мог вообще на гандрапах сдохнуть. Я Томик забрал. Там нужно еще подсадиться и взять ближнее оружие тебе. Так, на тебе быстро Томик возьми. На тебе хилки. На костюм. Давай мы быстрее помпаш. Да я все забей. У них вообще кибитка открыта, там, видимо, гантрапы. Бери тупочек в гантрапах.
Бери это у меня. Бери. Кибитки один. Господи, выбор. Тут дофига. И у него. Я отлетаю домой. Тихо, вижу. Не один вижу. Готов? Этот готов. Прикроешь верха? Пока они там закусили. О, нормально. Хоть домой лети, выбор надо отходить. Что, он собрал, походу, все, что было. Ну так нормально собрал. Я его поджал. Там два томика, бердынки, топляхи. Где там эта лодка была? Я поплыл отсюда, короче. Че, ты поставил лестницу? Я внутрь залез. Сюда быстро залезь. Быстрее залазь сюда. Иду. Такой-то лут иду, есть. Иду. А нет, там не гараж. Да, прибегу сейчас, спальник прям рядом. Аккуратно. Господи, да откуда он стреляет? Ты жив? Живу, живу. Нашелся чили две штуки. Ясно. Жду второго. Аккуратно. Аккуратно, 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 чтоб лесо не оторвало. Антрап ломает. Перезаряд, похилюсь. Вот, вот он, слазит, 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 вот он, вижу его. Смотри, нам сачель одну мы можем потратить, одну бобовку. У нас на изучение все есть. Он точно там один был? Чекай спину, я печки чекну. Металл, не сказать, что прям фантастика. Сера 800, ё-моё, МВК 15. Они каких-то типов зарейдили таких? Томик, забей место, нет. Где? Входе его. О, да. Вот там что дальше? Там прямо. Дальше? Аккуратно. Шкаф, походу, там что-то ящик какой-то. Да, тут был, возможно, и шкаф. Они, возможно, шкаф унесли. Подожди, если шкаф они унесли, стой. Нет, билда где-то есть. А где-то шкаф, не понимаю. Так, ну тут, короче, инструментариев куча. Ничего такого. На скраб можно забрать. Да, он целит в костюме. Живи. Живу? Голова, дал ему голову, дал ему голову. Но я ранен сильно. Все, отлично. Блин, тут страшновато. И ну-ка из себя. Вот это. А, ну там открыто, слушай. И тут открыто. О, вот он шкаф. Шикарно. Что в шкафу там у нас? А, ну там по мелочи ресов. Сейчас я ему спальники почищу. Так, что там у нас тут еще было? Ворота. Блайнд, ясно. О! Металл руды у него нормально. Он только собирался ее плавить. Первый верстак. Еще ресы. По мелочи костюм. Тут что-то метал. Вот чё ты крысишь меня, надо давай, вот чё ты крысишь, подожди. Чё ты крысишь? Да не стреляй, я без оружия. Чё ты крысишь, говорю? Смысл? Объясни. Чё добьешься с этого? Лук заберешь мой, да? Лук заберешь. А, у тебя микрофона нет, что ли? Ты живешь внизу? Вот там где-то наверху? Ой, кто-то еще бежит, твой друг, наверное. Кто-то... О, у нас тут два типа. Где вы томик взяли, чайки? Вот так вот. Развел на базар. Сосед, ты там не выдолби всех. Сосед, не выдолби всех. Мне тоже оставьте. Это, пожалуй, единственный ближайший ко мне дом, где могли что-то бахать. Ага. Вот один товарищ. Второй есть. Где здесь дверь, не пойму. А, он скорее всего через крышу пробахал. Стоять.
Кто-то где-то еще есть. Там крыша открытая была, я просто не понял. Либо дверь им вынесли через крышу, либо... Короче, сколько у нас тут? 80 челей. Я, пожалуй, это добро засейвлю. Все, сантирейдил. Ну, блин, правда, пушки пособирать забыл на панике немного. Ясно, задымили все. Это, конечно, круто, красиво. Там кто-то бегает. Но тут типы какие-то стреляют в спине. Ой, коптер летает. Блин, их, конечно, тут не видно. Но зато слышно. Если он стреляет с земли, то это шикарно. Если с воздуха, в смысле с вышки, то это плохо. Готов один. Падай, дружище. Уронил. Вот она, берданка. О, нормально. А где кто? За тем домом. Окей. Толку только. Я ж не залезу туда. Лоханулся. Не понял, что произошло у пацанов-то. А где еще один был? Я так испугался второго. Я потом уже понял, что их двое, потому что он подсадил его. Так, ну мы того даже, наверное, не слутаем. Уже ж наверху там, зараза. Где мой убитый в хлам томик? Трофейный. А, он откисает, братан. Ну, скорее всего, еще откисает. Главное, эх, я не залезу к нему. А лошадь далеко моя. А, ну конечно. Ясно. Ну теперь точно можно спокойно отсюда уходить. Ой, нормально, добра принесли. Так, я уходил с этим томиком, пришел с томиком, СМЖ, берданкой, пайпы, по мелочи всякого разного. О, Егор, собирайся на хату нормально. Я вот ключ забрал его. У него еще дом где-то здесь есть. Серьезно? Вот, вот. Не, не подходит. Подожди. Ну тут пусто. О, он что-то повыкидывал. А ресы есть какие-то, подожди? У тебя есть дерево хоть немного, слышишь? Давай хотя бы замок на шкаф повесим. Залезть можно. Куда? Дом? Да, что-то я замочка не вижу. Слышишь, там хантрап ты не увидел, а то. Блин, ну залезть-то там громко сказано, Егор. Мы что, запрыгивать, задолбаемся с тобой. Подожди. Давай, подсадочку. Чё так пугаешь? Там еще один чел. Там еще чел стоит. Я уже патронов на них извел. Давай. А, есть. Печка. Сера плавится. Металл. Чё по шкафу-то у пацанов тут? А, шкаф открыт, кайф. Ну там продавцов не так уж много. Как думаешь, отжать у них дом, это будет злостно, либо оставить им дом? Да оставить. Ресы возьми, какие надо. О, тут хорошо, ты прикрываешь? Кто-то бегает. Эх, пацаны, пацаны. Ну все, подожди, а тут что? Да ёпрз, это Егор. 325 скрапа, вот это они, конечно, мощные. Что, МВК-17? Ну все, короче, дом я им оставил, я вон там просто в знак памяти поставил немножко это. Замочек свой. Замочек. Замочек на дверь поставил, знак памяти, еще и закрою. Ну, чтобы пацаны не открывали, я как бы защитил дом от других. Подожди, тут еще и маленький ящик есть, а я его уже слутал. Скидываем вкусные ресурсики. Короче, у меня есть 38 сачелей. С этой стороны ноги торчат, а с той стороны комфорт бьет. Притом второй этаж, да? А я лесенку не взял. На подсаде, да, будем соображать? Последняя, да, ласт? Допрыгнешь? Зараза вообще взорвется какая-нибудь? Я не знаю, это вот алгоритмы раста, они специально это делают. Последняя осталась, чтобы добить стенку, она такая, не, не буду. О. Чё там у нас? Подсади. Там полуэтаж вроде, как я и сказал. Подожди. Тут, короче, вода, нефть, вижу три сотки. Так, а чё в челике-то, подожди? В челике особо ничего нет интересного. Ну да. Ой, компоненты есть. Аккумулятор есть, у меня дома турелька валяется. Ой, спальников пачка, два
Ну, он какой-то фермер, что ли? Бур? Я могу выбить ему одну стенку вниз, если хочешь. Прямо сейчас это будет быстро. А, от ковров. О, слушай, погоди. Как раз, что там интересного есть? Вон там сейчас вниз можно пролезть будет. Еще одна нефть. I love you. Знакомый челик? Да, погодь. Я слушаю. У-у-у-у, какой лут. Так, а что ж там с дверью-то его делать? Деташка уже дальше должен быть. Это хом первый. На сачели взять сходить и отнести все добро, наверное, в ящик. Пошли за сачели, возьмем на дверь вот эту. У меня одна есть, как бы, на чем мы с одной сделаем? ВВЧик дал. Он лоу. Уронил. Ты живешь? Поднимай, да, поднимай. А второй был? Не видел. Прыжки. Есть, есть, сзади, 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 сзади. Вовремя. Так, что тут за ребята, интересно? А что в этом товарище-то? Пойдем, я взял с собой 10. Давай один сачели все эти берем. Слышь, отчаянная чайка. Егор. А? Егор! Вот и пес. Я упал за тебя. Я вылетел из игры. Забери с меня сачели. Да че, с дерева спрыгнул, из игры выкинуло меня. Да, флайхаки мы ловим, Егорка. Егорка, собака, поставил ты меня. Я вылетел из игры, думаю. Тихо, Влах. Убил. А где я? Голый. А че я голый? Иди сюда. А, пфу, ёпрасты. Лутай в нем свое добро. Аккуратно, где-то второй, походу, есть. А, ну, камбэкнули, что ли? Ну да, вход. Да, печки. А шкаф вот тут в центре стоит. О, огородики. Где тут мой бур? Ну, печки. Больше не плавленного, чем плавленного. Приятно все равно. Сколько там осталось? Подходит. Наверх быстро. Полез. А, вот. Поднимай. Он пока залезет сюда. Давай. Пошел? Живешь? Красиво. Я ранен, да. Подожди, похилюсь, аккуратно. Кто-то там раненый у них валяется. А, ну все, шкаф здесь. Ставь шкаф. Ой, шкаф, дверь. А тут дверь, подожди, редблок же на нас висит. Ладно, я там почти все собрал, подожди, мы сейчас сделаем проще. У меня есть одна идея. Ну все. Я же шкаф не смогу поставить. Ну, я скрафтил. 3 минуты, короче, надо ждать. Сейчас полезу сюда. Слышишь, иди сюда. Смотри, здесь, короче, можно прижать нормально ему. Вот так. А я тебе саппорт сделаю со стороны. Вдвоем не полезут, они по одному полезут. Вообще вот так. Главное, как бы одного спилить и дождаться второго, чтобы просто на патроны не присесть. Здесь у нас. Сломали наш шалом. В сторону? Сейчас второй сейчас. Почему угадал? Не успел. Быстрее прибегай. Давай, запрыгивай. Давай, быстрее. Прыгай. Пойдем. Все, я застроился. Теперь надо... Что надо сделать? Надо сбросить отлет домой. Ух, неправильно у них томик. Надо заскиновать. Синенький томик. Это вообще топчик. Все, можно домой лететь.